И снова здравствуйте. Очередной наш видеообзор на игрушечку от компании Klein. Кухня Bosch, артикул 92-95. Поставляется вот в такой красочной подарочной упаковке, размеры которой составляют 65 сантиметров на 75 и на 20. Итак, мы собрали нашу кухню. По времени это заняло в районе 40 минут со вклейкой. Габаритные размеры нашей кухоньки до рабочей зоны 48 сантиметров. Длина столешницы 70 и высота до крайней точки 95 сантиметров. В данной кухне у нас присутствует два электронных блока, а именно варочная панель и кофемашина. Давайте рассмотрим поближе. Первый электронный блок у нас в варочной панели вставляется по центру. Для работы как гриль требуется две батарейки типа 3А, откручивается винтик, вставляется сюда. При нажатии на кнопку по центру происходит следующий звуковой эффект. Что-то среднее между жаркой и варкой. Итак, переходим к нашему второму электронному блоку. Находится он у нас в кофемашине. Батареечки вставляются вот здесь вот снизу, две штучки типа 3А. Что ж, давайте продемонстрируем, как готовится наше кофе. Вставляем чашечку, сверху присутствует кнопка, при нажатии на которую идет имитация приготовления кофе. Сопровождается следующим звуковым эффектом. Очень реалистично. Данная кухня у нас двухсторонняя. С одной стороны у нас присутствует духовой шкаф, глубина которого 15 сантиметров. Сюда легко помещаются кастрюльки. С обратной стороны у нас посудомоечная машина. Как вы видите, также есть тумблер, который крутится. Задаем температуру. Кнопка включения, имитация, открывается. Внутри также 15 сантиметров глубина посудомойки. Так, в комплектации у нас будет идти сковородка, кастрюлька, соль, перец, ложки-поварешки, а также набор посуды на две персоны. Это у нас будут две глубокие тарелочки. Две тарелочки для второго. Две ложки, вилки, ножики. Также для чайных и кофейных церемоний чашечка с блюдцем в двух экземплярах. И две маленькие, очень красивые ложечки. Это был обзор кухни от компании Klein Bosch 92-95. Спасибо, до свидания.